Шалом, хаварим. Семейство приехало на ретрит. Приехали на ретрит. Всех благословляем. Ожидаем хорошего времени. И чудес от Господа. Благословит ли Господь Бог наш, давший нам такую привилегию послужить первый день ретрита. Аминь! Но этот текст обращается к нам сегодня. If we are going to get ready, если мы готовы, if we are going to see God doing mighty and powerful things, если мы готовы увидеть, что Бог будет делать удивительные вещи, we need to strengthen our drooping arms. Мы должны укрепить наши ослабевшие руки. Thank you.
Как дела? Все хорошо. Нравится тебе на ретрите? Да. А что здесь делаешь? Гуляю. Помолимся за них, что они начнут сами молиться за нас. Давайте мы, молодежь, сейчас обратим свои плани в сторону наших дорогих наставников, матриков, пастырей, учителей, родителей. В сторону всех, кто смотрит нас в онлайн или увидит нас. Когда приходишь на утреннюю молитву, всегда такие чувства, как будто это новое, вдохновленное. Мы славим Тебя, Иешуа! Мы славим Тебя, Иешуа! Мы славим Тебя, Иешуа! Ретрит, то якого так не чекали давно. Дуже вдячний всім і кожному, хто організував. Особливо якось хочеться подякувати дійсно тим, хто, яких не видно людей, які це все зробили можливим для тих, хто зміг приїхати. Пусть Господь благословить всіх тружеників і воздасть вам багатство слави своєї. Ми благословляємо вас дуже любимо. Спасибо за це приємне время. Це було благословенне время. Пусть. Давайте, знаете, как сделаем в следующем году на ретрите.